Я Петр Бирко, мастер спорта международного класса по панкратиону. Представляю клуб «Керберус», команду Академии ММА, город Молодечно. Многократный чемпион страны по панкратиону, рукопашному бою, грэпплингу, ушу. Это мой второй поединок в лиге BFC. Первый для меня прошел очень удачно, первый раунд задушил соперника. Для меня этот бой не стал тяжелым испытанием. Сейчас у меня главный бой вечера с Валерием Дашкевичем. Я уверен в себе и в своей команде. Мы пройдем этот поединок и станем главными претендентами на пояс лиги BFC, которым сейчас владеет Шамиль Яхьяев. К концу года я стану чемпионом. И вот мы подошли к главному бою сегодняшнего вечера турнира BFC 59. Добро пожаловать в синий угол, Петр Бирко. Его рекорд 6 побед, 3 поражения. Рост 175 сантиметров. 23 года. За это время Петр стал чемпионом Кубка Европы и мира по панкратиону, двукратным серебряным призером и бронзовым призером чемпионата Европы по панкратиону, четырехкратным чемпионом Республики Беларусь по рукопашному бою, трехкратный чемпион Республики Беларусь по панкратиону, трехкратный чемпион Республики Беларусь по ушу санда, многократный победитель международных турниров по панкратиону и ушу санда, двукратный серебряный призер чемпионата мира по панкратиону. Одним словом, очень достойный, сильный боец из Белоруссии, который будет пытаться сегодня одержать победу. Меня зовут Дашкевич Валерий, мне 24 года, представляю клуб Fight Club в городе Минске. Я занимаюсь ММА около 5 лет и за это время достиг немало результатов. Я являюсь двукратным чемпионом Республики Беларусь по ММА, двукратным чемпионом Республики Беларусь по грэпплингу и чемпионом Республики Беларусь по боевому самбо. Впереди у меня важный бой, это главный бой вечера. Я буду драться с достаточно опытным и сильным соперником. Его зовут Петр Бирко. Я настроен только на победу. Моя цель – пояс чемпиона BFC. И добро пожаловать в красный угол, Валерий Дашкевич. Валерий Дашкевич из Белоруссии. Его рекорд 4 победы, 2 поражения. Рост 173 сантиметра. 24 года этому спортсмену. Является чемпионом Республики Беларусь по боевому самбо, грэпплингу и ММА. Валерий Дашкевич уже имел возможность владеть поясом чемпиона BFC, но на BFC 50 уступил в титульном поединке Максиму Пугачеву. Максим Пугачев не смог защитить свой титул в связи с травмой, поэтому был проведен бой между Шамилем Яхьяевым и Валерием Лубко за временный пояс чемпиона в этой весовой категории. А Валерий Дашкевич и Петр Бирко
являются претендентами на бой за пояс чемпиона BFC. То есть победитель этого боя сразу же будет пытаться завладеть постоянным поясом и забрать этот пояс у Шамиля Яхьяева. Поэтому это, я бы сказал, предчемпионский бой. Что скажешь, Владислав? Я жду этот бой. Очень интересно мне на него посмотреть. Ждем мы начала этого главного поединка. Ну что, смотрим? Да, очень интересный поединок. Два очень-очень сильных бойца. Уже имеют серию из большого количества побед. Очень тяжело сказать, кто выиграет этот поединок. Возможно, он пройдет всю дистанцию, все три раунда. Очень тяжело что-то предсказывать. Пока просто Петр поджимает Валерия. Работает на контратаке. Пытается подловить. Помню, что в главном бою вечера за пояс чемпиона Валерий проиграл Максиму Пугачеву. Ну, как проиграл? Снятием врача, потому что заплыл у него глаз. Он мог продолжать, я могу, но здоровье превыше всего. Восстановился, провел два боя после этого, выиграл. И сейчас, как говорится, в предчемпионском бое сейчас бьется с очень сильным соперником Петром Бирко. Контролирует все Петр. Да, поджимает. Касса внизу. Петр забирает сразу шею Валерий. Но поднимается стойку, успевает подняться Петр. Сказал, поскользнулся, возможно, даже. Да, и уже не первый раз. Сейчас посмотрим борьбу от этих бойцов. Да, скорее всего, придет бой в партер, и там они начнут работать. Но цена ошибки слишком велика. Два сильных бойца будут работать осторожно, чтобы не допустить ошибок, потому что одна ошибка может решить исход всей встречи. Обменялись ударами коленем в клинче. Вышли из захвата бойцы, продолжают стойки. Петр накидывает сильные удары, Валерий ему отвечает. Видно, что хорошо готовы оба бойца. Все видят.
не рискует, апперкот пытается провести Варили. Ух, попадание от Берко, но Дашкевич сразу пытается пройти в ноги, перевести вниз, у него это получается. Переводит Дашкевич. Он пропустил, да, таких два удара серьезных. Получается подняться у Берко. Да, был готов к этому. Опять вяжут руки бойцы, прижаты к сетке. Все, разорвали захват, опять продолжают бой. Прижимает опять Петр Берко Валерия к сетке, но Валерий огрызается. Опять проходит в ноги Валера, пытается перевести Берко вниз. Видимо, что, видимо, геймплан у Дашкевича — это все-таки борьба и победа внизу. Ну, в ударной технике Петр будет получше. Ну, видимо, это Дашкевич знает. Это бои, тут один удар лишь решает все. Попадает на выходе. Десять секунд осталось до конца раунда. Как-то быстро пролетел, да? Очень интересный бой. С разворота пробивает Дашкевич. Заканчивается первая пятиминутка. Да, интересный, напряженный бой. Мы видели здесь и попытки переводов в партер, и неплохие попадания от Берко. Так неплохо он двойкой достал Дашкевича. После этого Дашкевич сразу пошел вниз бороться, потому что ищет там свое спасение. Видимо, геймплан у него такой: набой, борьба, борьба. Поэтому посмотрим, что будет во втором раунде. Мне кажется, Петя будет пытаться сработать в стойке. Ну, как я вижу, что Петр дает вымахаться Валерию. То есть ты думаешь, что он хочет, чтобы Валера подустал, потом все время навяжет, уходил в борьбу, и потом его там закончит. И потом навяжет свою игру. Хороший мы план на бой услышали от Владислава Новицкого. Да, скорее всего, так оно и есть. Мы видим, что Валера подустал немножко, а Петя чувствует себя довольно хорошо. Сразу захватывает центр Петр, но пропускает такой супермен панч. Мне кажется, Петя нацеливает удар, выцеливает. Он хочет раскидывать эти вот пустые удары. О! И переходит вниз Петр Берко. Слышим поддержку. Да, сегодня очень много болельщиков у нас в Минске в прайм-холле. Вот я не знаю даже, для кого эта позиция хороша. Для Валеры, либо для Берко. Отдает шею Валерий. И Петр опасно. Может не отпустить. Это очень опасно. Очень опасно. Очень опасный Валерия. Захват. Пытается выкрутиться Берко. Получается, смотри. Поднимаются бойцы в стойку. Берко взял очень сильный захват шеи, но Дашкевича получилось выбраться. И опять в стойке оба бойца. Уже небольшой фингал под левым глазом. Смотри, как подловил, да? Включается Петр. И это уже второй тейкдаун от Берко в этом раунде. И легко отдает шею Дашкевич, ты смотри. Ну, контролирует ситуацию. Поспешил я.
Опять бойцы в стойке. Поджимает Петр. Попадает. Попадание. Но, по-моему, по защите попал. С разворота пробивает Дашкевич. Ну, бойцы сильные. По защите, не по защите. Переводит, и, возможно, Петр в партер. Второй перевод от Берко. Пытается занять удобную позицию Дашкевич. Удобную для себя. Прижимает Берко к сетке. И пытается забрать удушающий. Ну, там через руку не получится его взять, контролировать. Но смотри, в Халгарде сейчас находится Дашкевич. И начинает атаковать. Не очень ситуация сейчас для Петра. Пытается подняться Петр. Конечно, очень опытный Петр Берко. Я думаю, он знает, что делать в этой ситуации. Контролирует сейчас позицию. Не дает подняться Петру Дашкевич. Он носит удары. И поднимаются. Молодец, Петр Берко. Очень сильный боец. Все, поймал, а поймал свой кураж. Бойцы какой идут размен. В размен. И Берко опять переводит партнер Дашкевича. Несколько серьезных попаданий. И забирает удушающий. Нет. Нет, разрывается захват. Разрывает захват Дашкевич, да. Я знаю, не видно нам с тобой. Держит там шею. Наверное, не через очень. Руку, через руку, руку захват. Да? Да. Ну, сейчас опять похожая ситуация, как минуту назад. Очень напряженный бой. Очень крутой бой, я бы сказал. У кого-то вылетела капа. Или кто-то выплюнул. Это капа Валерия Дашкевича. Рефери возвращает ее. И оказывается, Дашкевич в позиции сбоку. Сбоку оказывается. А вторая пятиминутка подходит к концу. Да, очень интересный поединок. Второй раунд нам еще больше эмоций предоставил. И сверху садится в маунт Дашкевич. Неужели он закончит этот поединок во втором раунде? Но... 10 секунд осталось. Пытается забрать Дашкевич. Пытается забрать шею, начинает наносить увесистые удары. Но Петя все выдерживает. Он должен... Все! Заканчивается конец второго раунда. Раунд. Ждем третий раунд. Какой второй раунд мы увидели. Видим, настоящая, что Валерий немного устал. Рубка. Больше, чем Петр. Очень жаркий второй раунд. Такая смена позиций. Но я бы, наверное, сказал, возможно, Берко по очкам забрал этот раунд. Очень много переводов было от него, тейкдаунов. Очень много попаданий было. Мы видим, ну, что... Да. Первый раунд, я думаю, отдадут Валерию. Угу. Ну, а второй раунд явно забрал Петр. Да, я с тобой, Владислав, полностью согласен. По нашим прогнозам сейчас ничья. Тот, кто заберет, скорее всего, третий раунд, заберет весь бой. Давайте посмотрим, кто же это будет. Мне кажется, Петр чем-то недоволен, наверное, как проходит бой. Может, не получается его план. Размен, и Дашкевич опять пошел вниз. Опасно. Нельзя так бросаться Дашкевичу необдуманно, чтобы не поплатился за это.
Забирает шею, Дашкевич пытается забрать, точнее. Не получится. Очень напряженный бой. Оказывается, внизу Берко. Опять не очень удобной ситуации. Пытается выйти из этого положения Дашкевич. Хотя нет, ему удобно в холгарде здесь работать, как мы видим. Спокойно Дашкевич контролирует позицию сбоку. Уже очень много сил потеряли бойцы. Очень красивый бой они показывают сейчас нам. Как в стойке, так и в партере. Да, это очень крутые универсалы. Я согласен, Владислав, с тобой полностью. Сейчас контролирует позицию Дашкевич. Находится в халгарде. Пытается давить рукой на шею Берко Дашкевич. Устанавливает позицию Петр. Но халгард еще есть у него. Слышим, начинают поддерживать бойцов. Очень много болельщиков и одного, и второго бойца, потому что они у нас очень знамениты. Поднимаются и шею опять пытается стойку. Забрать Валера. Полраунда прошло. Вот это противостояние. Может наказать Дашкевича за эту ошибку Петр. Ой, какое попадание! Вот это Берко. Попадание! И опять оказываются бойцы в партере. Три минуты прошло третьего раунда. Опять держит Дашкевич Берко в партере, прижимает, находится в хавгарде. О, подустали уже, тяжело, конечно, контролировать такой бой красивый, показывая. Очень много потратили сил. В партере себя получше чувствует Валерий. Пытается Петр подняться. Но не дает ничего Петру сделать там. Да, кто знает, если Петя забрал первый раунд, то есть мы же не знаем решение судей. Мы не знаем решение судей. Поэтому как бы даже если Валера заберет этот раунд, то не факт, что он одержит победу, но сейчас, согласись, Валера доминирует в этом третий раунде. Третий раунд забирает точно Валера. Остается минута, последняя минута третьего раунда. Очень... тактический, технически интересный поединок мы с вами наблюдаем. Пытается Петр подняться. И начинает бить с этой позиции. Не дает подняться ему Валерий. Разворачивает Дашкевич Петра на спину. Начинает опять контролировать. Петя ему пытается вязать руки, потому что от Дашкевича прилетают очень сильные удары. Около 10 секунд осталось у нас этого жаркого финального поединка нашего BFC 59. Настоящее украшение, да? Да, достойный бой. Достойный бой. Большое спасибо обоим спортсменам, Валерию Дашкевичу и Петру Берко. Вы настоящие воины. Очень крутой бой показали бойцы. Очень крутой. Спасибо им большое за это. Видно, выложились на все 100. На все 100, даже на все 100 даже больше. Секунданты Дашкевич уверены, что он одержал победу, но я бы не торопился. Как оценили судьи?
Видим, какая поддержка у Валерия. Да, очень ждем решения судей. Что же будет у нас? Ждем, ждем объявления результатов. Поздравляем, Валерию! Да, молодец! Также крутой спасибо бой. Большое Петру Берко за такой красивый бой. Ну, что хочу сказать. Это спорт. Тут один побеждает, второй проигрывает. Ничего не сделаешь. Да, согласен. Надо делать работу над ошибками и двигаться дальше.